27 октября в ходе совместного заседания Совета по улучшению инвестиционного климата в Курганской области и организованного штаба по применению проектного управления губернатор региона Алексей Кокорин одобрил разработанный Департаментом экономического развития совместно с бизнес-сообществом и экспертами критерии рейтинга глав муниципальных образований, которые будут введены в 2017 году. В ходе своего выступления заместитель губернатора, директор Департамента экономического развития Сергей Чебыкин главным критерием назвал рост налоговых доходов районов по сравнению с предыдущим годом. Второй показатель – количество рабочих мест, созданных по инициативе и содействии глав муниципальных образований. И третий – выполнение плана по продвижению инвестиционных проектов, таких как освоение земельных угодий, благоустройство территорий, помощь бизнесу. Муниципалитеты при представлении вот данных проектов мы предполагаем, что мы будем подписывать с ними соглашение с каждым муниципальным образованием об их планах на 2017 год. И здесь мы на самом деле сможем увидеть и масштаб мышления и действия, которые будут районные администрации или городских округов предполагать для собственного развития. Руководитель администрации города Кургана Андрей Потапов сообщил о результатах формирования проектного офиса и подготовки дорожной карты по улучшению инвестиционного климата на территории областного центра. Он сообщил, что в настоящее время поставлены задачи по изменению действующих административных регламентов, предоставлению муниципальных услуг в сфере земельных отношений и градостроительной политики, подключение к сетям электро-, водо-, тепло- и газоснабжения. Также на совещании были рассмотрены предложения, направленные на совершенствование правил подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределения. В настоящее время идет работа над тем, чтобы все юридические лица смогли получать услугу по подключению к газораспределительным сетям через многофункциональные центры. Этот проект должен быть запущен в декабре текущего года. Елена Шевкунова, Лидия Кайгородцева, информационное агентство «Курган.ру».